На очередном заседании ученого совета было объявлено о создании сразу 4 новых институтов и школ. Так, проректор по информатизации ЮРГУ Леонид Соколинский предложил проект слияния факультета вычислительной математики и информатики и факультета компьютерных технологий, управления и радиоэлектроники в высшую школу электроники и компьютерных наук. Основная цель создания высшей школы электроники и компьютерных наук – это концентрация всех наших сил преподавательских, научных, технических в области информационно-компьютерных технологий вот в рамках одной этой школы. Задача выйти на лидирующие позиции не только среди российских университетов, но также и среди университета всего мира. Также в составе нашего университета появятся институты естественных наук, политехнический и архитектурно-строительный. Помимо создания новых подразделений, на заседании ученого совета объявили и о ликвидации неэффективных. Те изменения в структуре университета, которые мы сделали, они позволяют сократить неэффективные подразделения, сконцентрироваться на более эффективных подразделениях. Мы будем также рассматривать стратегии развития новых структурных подразделений. В результате вот эта работа должна привести к повышению эффективности работы университета, к повышению его уровня и с точки зрения научных исследований, и с точки зрения повышения качества образования. Так что студенты, будущие студенты, которые придут к нам в университет, будут получать еще более качественное образование в ЮРГУ. Новая структура вуза сформирована. Теперь перед университетом стоит новая задача – реализовать принятые решения.